Cloud Nine's turn to pick. Ну что ж, всем еще раз добрый вечер, у микрофона снова Олег Синяшхарт. Третья игра на сегодня, малый финал лузеров, команда Cloud9 против команды Team Tinker. Формат встречи Best of 3, ну и соответственно проигравший отправляется у нас домой со своим четвертым местом. Победитель уже будет 100% в топ-3, где их встретится с командой Invictus Gaming, с командой Vici Gaming в финале лузеров, ну и соответственно... Там уже будут бороться за более серьезные суммы. Привет, Няш. Ну и прекрасно мы понимаем, кто у нас фаворит. Это команда Cloud9. Здравствуй, здравствуй всем. Разумеется, также доброго вечера. Действительно, уже с самого-самого прям начала дня и вот до победного, до полного потемнения на улице, будем так, да, даже уже говорить, если в окошко поглядывать. Уже действительно темно, но у нас здесь малый финал лузеров. Тиамирина, Тинкерина против Cloud9, все вы уже и так прекрасно знаете. БО3, схваточка. Что же, ну, как ты говоришь, Cloud9 фавориты, посмотрим, действительно посмотрим. Да, я тоже так думаю, что Cloud9 будет немножко посильнее, но не прям уж явно. Потому что Team Tinker сейчас показывали великолепную игру, и Койква, и все остальные, Pink Panda, очень-очень, конечно, круто играли. Ну и, как бы, снайпера они тоже сейчас себе забрали. Ну и, в принципе, по коэффициентам в прошлой игре Team Tinker тоже были аутсайдерами полными, а Team Allegia была фаворитами. На деле мы видим, что ТМ покидает турнир, команда Муши возвращается домой, улетает, ну и в то время Tinker неожиданно для всех, на самом деле, проходит в топ-4. Ну, посмотрим, что будет в этой игре, все же я вот раз в Tinker не верю абсолютно, Cloud9 намного сильнее, честно говоря, хочется видеть Cloud9 в финале лузеров, просто потому что с китайцами Team Tinker ничего не сделают, ну, Black китайцев знает и должен прекрасно понимать, что слишком они сейчас сильны, я вот посмотрел немножко игру краем глаза, и там такая игра, там King of Pain с третьими никрами бегает на 17-й минуте. Все в этом роде, в общем, веселуха. Ладно, у нас все же игра своя, и пик команды Cloud9. Beastmaster, Phoenix, Baratrum, Ancient Apparition, Tinker, Sniper, Nightstalker и Vengeful Spirit. Ну, Cloud9 веселят. И Apparition, которого забыли все, и Beastmaster, которого сегодня мы не видели. И Baratrum, которого, кстати, тоже пикали сегодня не так уж и много раз. Ну, как бы, да, Baratrum сам по себе еще герой очень хороший, тем более в связочке с Ancient Apparition, так вообще, на самом деле, очень здорово, то есть он может массу времени держать героя на одном месте, так сказать, ну, как бы в округе, именно не то, что на одном месте, там постоянно башки проходят и так далее, он двигается, но Ancient Apparition все равно попадать именно должен. Есть такой же и Beastmaster, то есть контроля огромное количество, что Baratrum, что Beastmaster, прям будут, еще потмы какой-то не хватает, там, 5-секундный. Ну и что ж, Тинкер есть стан, есть сайленс, хороший саппорт, если будет сталкер саппорт, плюс винга, опять же, будут бить больно, подавра винги, ну и снова снайпер, я не знаю, будет это снайпер от Блэка, либо же от Койквы, но не в бане, кстати, тролль, тоже можно его забрать, но у Cloud9 же есть как-никак пуш в плане бисмастера, возможно, возьмут даже какого-то ликана и пойдут просто рушить товаран. Не факт, конечно, на пике у нас Envy, у Team Tinker на пике Pink Panda, ну и ждем, что тут призадумался Pink Panda, кого же, собственно, и взять, минутку у них остается, дабы решить. Да, действительно, бонус тайм уже начинает прям Pink Panda без своего использовать, половину времени уже он потратил. Что же можно сюда забрать? Бланар, я так понимаю, будет саппортом вместе с Вингой, и очень два таких качественных саппорта. Хотя Бланара можно ставить куда угодно, но все-таки, наверное, саппорт. Будем смотреть, но... что сейчас Team Tinker заберут себе дальше. Cloud9, вижу, готовились, забанили Нагу. Я вот по бану посмотрел, хотел отметить. Баны у Тинкера очень интересные. Это и Спектра, это и Пэл. То есть два героя, которые имеют иллюзии. Вот что же такое Тинкер-то задумали? Забанив два таких героя. Чего же они боятся эти именно иллюзии? Ну, я думаю, они ничего не задумали. Я думаю, просто у них есть уже снайпер. А снайпер сам по себе против иллюзий не очень хороший. И Фантом Лансер убивает снайпера вообще в хламину. Ну да, я думаю, принципе, возможно, из-за да, этого просто герои противные. Да-да-да, именно. Играет себе Клокверка сейчас. Team Tinker в сложную линию. В мидлейн пойдет у нас снайпер. Да, Бланар, Винга, два саппорта. И остался хороший керри-герой. Разумеется, плохого керри-героя никто брать не хочет. Тем более в таком-то матче.
Ну, есть та же Wind Ranger, которую можно еще раз попробовать взять. В принципе, она здесь заходит неплохо. Есть много замедлений. Есть стан, есть минус армор, есть снайпер. Ну, посмотрим. У Тинкер, в принципе, вариантов хватает. Мне скорее интересно, что возьмет Cloud9, потому что есть у них, в принципе, все, кроме, как я понимаю, кэрри. Ну и что это у нас будет? Феникс на сложный, либо... ну, Бисмастер на сложный. А кто на мид-то пойдет тогда? Тут как-то вот немножко странновато все выходит. Или это будет Бисмастер соло мид? Ну, посмотрим. Действительно, посмотрим. Но я думаю, все-таки то, что... Да. Действительно, Бисмастер, наверное, у нас будет находиться в мидлейне. Феникс саппорт или Братрум саппорт. Тоже мы это увидим. Такие довольно интересные герои у Cloud9. И остался, разумеется, тоже керри персонаж. Минус ВР-ка. Я так понимаю, Cloud9 точно смотрели игру Team Tinker, даже две. Ну да, видели эти шальные шеклшоты, которые прям каждый раз залетали от крипов по героям. Ну и тут бан тролля очевидный, ну и Cloud9, что же возьмет какого-то кэрри, потому что, по сути, тут реально нету дэмэдж дилера, никого. Без соло мид-то вообще серьезно и очень рискованно. Что же такое придумали? Ну, реально, вариант взять Ликану и пойти просто в пуш с Бистом, с Ликаном, там, взять Некра и Бисту и Ликану по-быстрому, как можно скорее, и просто идти пушить. Ну, вот так оно и есть, слушай. Прям прочитала Cloud9, как книгу. Ну, Люкана очень любит Энви, если он очень частенько его себе забирает. Посмотрим, что на этот раз нам там покажет. Да и плюс Люкан очень хорошо до снайпера у нас добирается, его там вообще ничего не может остановить. Ну, хотя его здесь и Клокверк, и Винга тоже могут остановить. Поэтому посмотрим, даже если будут драться, то как они будут драться. Ну, а если пушить, то, разумеется, с Бестмастером у Люкана должно это довольно неплохо получаться. Ну, тут, по сути, Cloud9 хотят все сделать по-быстрому, вот правда, с такими героями, потому что в лейте или Кана Бисмастер, ну, по сравнению с тем же снайпером, по сути, снайпер будет овнить двух этих героев, и то еще Тинкер не взяли и второго кэрри. Ну, надо как-то терпеть, для Тинкера все просто вытерпеть, дождаться момента, когда просто Ликан станет намного слабее, нежели снайпер, плюс тут Акс берется, слушай, интересно получается, что это у нас вырисовывается? Это Койква Акс, это Акс Соло Мид, это Блэк Фарм. Ну, слушай, да, прикольно очень придумали Тинкер, понимает прекрасно, что там будет стоять Фата вместе там с миллиард крипами, с сумонами своими. И Койку этих сумонов может, в принципе, и агрить, и контрхеликсом съедать. Хорошо. Интересно, интересно. Ну, на самом деле, вот ты говоришь Акс, тут две пачки некров. Нету Акса. Ну и нету Некров. Вот что, беда и все. Ты уже пушить не можешь, так что тут палка о двух концах, на самом деле. Ну да, на самом деле. Ну Акс-то тоже у нас погибнет моментально, кинь на него две пачки Некров. Да, тут правда. Такая вот вилка своеобразная. Ладно, ждем, пока разберут ребята героев. Так, Феникс тут у нас без имени. Кто это такой? Я вот вроде все. А, без имени. Это Нутейл. Это Нутейл. Ну да, это Нутейл у нас шалит, чудит. Ник, ладно, ну что ж. Cloud9 там у всех, по-моему, да, привычка менять ники. Там вот, да, у Envy ник Фирин. Я думаю, что это такое, потом думаю, а, понятно, понятно. И у Нутейла вот это Big Daddy, зачем было менять? Был такой хороший ник в итоге. Теперь у него супер длинный ник, ладно. Черт с ним. Ну что ж, BO3 формат игры, пики уже сделаны. Ну и давай, наверное, пройдемся по героям, по игрокам. Команда Cloud9. Envy играет у нас на Ликане, Мизери на Паришине, Фата на Бисмастере, Big Daddy, Nutail на Фениксе и Bon7 на Баратруме. Тинкер, Pink Panda, Night Stalker, Койква, Акс. И куда, кстати, этот Акс у нас отправится? В сложную, я так понимаю. Очень странно, потому что Койку вообще у нас будет в сложной линии. Пайлайдай, Венжфул Спирит, Флоу, Клокверк и Блэк Снайпер. Нет, все-таки Флоу будет у нас находиться в сложной. Просто Аксу так поставили, сразу же дали ему там варт и отправили его, можно сказать, вообще на нижнюю линию. Очень интересно, действительно, чем будет этот Койква заниматься у нас всю игру. И Блэк хорошо, Блэк в мидлейне. А, это фармящий Койква на Аксе. Слишком замудрили, по-моему, сейчас Team Tinker. Ну вот, опять же, как-то от пуша будут пытаться отбиваться. Именно с помощью Акса, там Акс фас БКБ будет Некров съедать. Ну, могли бы взять какого-то более терпильного кэрри просто, нежели Акса, который вообще кэрри отнести нельзя. По-моему, еще смешнее. Думаешь, это Клок будет фармящий вообще? Да, это у нас фармящий Клок.
Ну, по-моему, ну, в принципе, Cloud9 позиция ясна, что они хотят делать, а вот позиция Team Tinker совсем непонятна. Хотя перемещается саппорт пока на мидл, по LED, да, с пинг-пандой побежали. Ладно, пока не будем гадать, еще рано, пройдет пару минут, мы точно узнаем, смоук. Ну и вылазка будет куда? На мидл Фат убить, в принципе, можно. У Фаты не так много хп, хотя армора хватает. Ну и по Элайдай пошел, там будет Войд, там будет стан, и в принципе, да, Фата идет, так это агрессирует, Фата слишком далеко заходит, Фата, ошибка, ну там еще и Курьера можно убить в идеале, а Курьер-то едет по Элайдай, выходит, стан Фату, Фата на ОХП, шарапнелька, хо-хо-хо-ха, ну и... Фата живет, Фата, да как так, еще жил так долго. Оставляли фраг Блэку, и Блэк два раза с лоу-граунда миссанул, и Пинг Панда понял, то, что не стоит заигрываться уж слишком, и Блэку фраг не достался. Вот так вот, Войдом просто на развороте Найтсталкер его там щелкнул. Ну, на самом деле, правильно, правильно, прямо перенервничали, по-моему, Тим Тинкер, то, что там Блэк два раза не попал. Ну да, это так. Ну там, правда, шанс там 50%, но вот бывает такое. 25 даже, по-моему, уже. Да, да, еще и порезали. Ну вот уже тинкера, на самом деле, немножко злятся, потому что у нас задержка была 45 минут, по-моему, суммарно. Были какие-то проблемы у Cloud9, то ли они там кушать ходили, возможно, после матча, я не знаю. Но, скорее всего, так оно и было. Играли очень много игр подряд, решили передохнуть. Так, ну что, челентач на развороте. Койку готовы убивать, прилетает у нас Big Daddy. Ну и Койку отлично стопится. Ой, как же хорошо стопит. Ну вот Нутейл, ну там, правда, Койку не хватает дэмэджа, дабы его убить. Но идет сразу Пик Панда, Спайлайдайм готов на развороте. Там у нас Апаришн один, на 500 хп, один армор. Находит у нас Мизери. Мизери ловит стан. Пошел Войд, прилетает сюда Феникс. Феникс только лишь первого уровня. Койку сюда также подходит. Нет, правда, у него агро. Ну и... да. Феникс просто отсюда в лице Нутейла уходит. Нужно убить всех крипов, действительно, побыстрее. Ну да, тут как раз Койку сейчас получит, скорее всего, даже второй уровень, если все уйдут, но... уйдите же все, дайте но, но никто не уходит. Да, говорят, не-не-не, мы хотим тоже экспу получить. Wave of Terror, ну так саппорт очень агрессивный. На мидл пришли, на ботом. Не хотят Эн, видовать, фармить. Все верно. На топе у нас, правда, бонус 7 получает фарм. Хотя как получается, 4 крипочка у флоута 8. Как-то все пока получше у флэнера команды Team Tinker. Вот начинает Тинкер не так, как будто они аутсайдеры. Хотя пошли на Койку. Начинает неплохо пробивать и... ну, есть... должен помирать, наверное, нет? А там слишком он толстый, нет. Слишком. Не хватает попросту дэмэджа. Ну, Тейл проседает довольно-таки сильно от Палайдая. Палайдая там такие тычки навалит, хотя 50 дэмэджа всего, но минус армор говорит за себя. Там минус 3 просто у Феникса. Да, агрессия идет от Тинкер просто какая-то адовая. Хотя, казалось бы, откуда она могла бы взяться. Но вот такие вот лейны, где, по сути, нет какого-то выраженного кэрри, она и дает возможность сделать такую вот агрессию. Потому что тут, по сути, сразу три таких героя, которые готовы убивать именно на первых уровнях. Это Якс, это Ивинга, это и Найтсталкер. 1-0, хорошее хочу... агрессивное начало. Хочу отметить то, что Люкан, да, вот как бы дерется, куда-то там пытался еще убегать, за кем-то гонялся, но у него лучший крепстат, такой же, как у Блэка. И у этого Н все действительно здорово, да, как бы он еще и подраться где-то успевает и пофармить. Да, казалось бы, да, вроде как он здесь воюет постоянно, да, я сам, на самом деле, удивлен очень сильно. Но... без мастера пока не все так хорошо. Вообще, в фате стоять крайне сложно, пока ему никто не помогает. От кабана это, конечно, очень клево, но от кабана пользы особо нет. Видим, что кабан три удара, кабана, собственно, и нет. Все. И фаты вынуждены просто назад отходить снова. Топоры не бесконечные, мана не бесконечная. Приходится обустить постоянно ботл. Да, в фате сложно. И опять же, Феникс прийти помочь особо не может. У Феникса нет станов, у Апаришна тоже нет станов. И это проблема, что не хватает попросту дизейблов для команды Cloud9. Такой джадноватый пик, по сути, стан только потенциально... так, у нас тут Феникс сливается. Стан только у Баратрума есть потенциально и у... ну, Бисмастера с ультимейтом. Каких-то суперкрутых станов реально, чтобы застанить, нет такого. Это проблема. Но она будет. Она пока не так видна, но скоро она будет видна, когда мы будем видеть, как снайпер бьет, а его не могут остановить. Флоу отправляется теперь на нижнюю линию, а на его место приходит Койква. Да, это у нас фармящий Акс все-таки. Я думаю, Аксу сейчас еще и в лесу настакают, и снайперы в лесу настакают, или саппорты будут постоянно так же где-то бегать и кого-то ловить. И тот, и другой вариант действительно, как бы, хороший. Выбрать что-то одно трудно, потому что можно где-то кого-то не убить, а стаки как бы у тебя будут 100%, потому что... так, видит Нутейл. У нас Нутейл. Ну нет, у Сайленса, правда, у Пинг Панды не прокачал он его, потому что всего лишь второй уровень имеется. Пинг Панды идет до конца, Пинг Панды как бы имеет и стики, имеет и неплохое количество хп армора. Но тут еще и волки.
встречают, преграждают да, путь. Да, Клокверку нужен хукшот. Клокверку ну хукшот, и тогда у них все действительно будет довольно неплохо. Вот этот вот Бланар, это ну просто самый грязный, наверное, персонаж будет за сегодняшнюю игру, потому что, разумеется, у него появится там какой-нибудь агоним, потом и так далее. Он будет очень уж неприятным. Фата отходит назад сразу же. Да, и на аккуратно. Фату выйти, наверное, не получится. Есть ассасинейт. Есть ассасинейт, есть третья шрапнель. Там Войд, правда, только первый, но, в принципе, даже придет Паладай, потыкает под минус армором. А Мизери-то что он сделал? Да ничего Мизери не сможет сделать в Мизери. Там птица, Вортекс. Там птица, все прекрасно видно. Птицы всех просветили. Хорошо. Так вот убили и птицу, и кабана, и просто уходит в сторону сейчас саппорта Team Tinker. Ну вот, потратили свое время, действительно. Ничего полезного они за этот момент уже не сделали. 20 крипов Bon 7, 20 крипов Flow. Ну там 19. Действительно ровненько. Да, тут наконец-то Envy отпустили, Envy получает максимальное количество фармы, есть ботл, покупает ПТ, ну я думаю дальше Владимирс, конечно же, ну и потом Некры, побыстрее, третью пачку купить. Только Фата пока волнует, 20 крипочков всего имеется, ультимейт вот только-только и получит. Но на руне, кстати, проблема огромную Envy, Envy воюет с Флоу, там очень больно Флоу дает своими батарейками, третьими дэмэдж, но Тейл все же уходит на 20 хп, Флоу с ракетками докидывает наконец этого бедного Феникса. Размен-то 2 в 1 в итоге получается, и Паратрон получает 6 уровень. И главное, что у нас Ликанта ушел с этого файта, получив при этом еще и фраг. У нас на верхней руне тоже было ослабление. Фат успел забрать инвиз, успел его заюзать, очень мало здоровья у него осталось, но убить не сумел его там Блэк вместе с Бланаром. И Бистмастер, очередной ассасинейт, просто догнал сейчас его отсюда. Решил отменить. Тоже Койква, 1150, до даггера, конечно, еще стоит немножко подождать. Ну, пока что дальше и в лесу пофармит, и на линии пофармит. Койква везде действительно все успевает. 34 крипа, очень сильно сейчас поднялся за последнее прям время. Последние буквально 2 минуты. Ну и пошел разгон у нас на снайпер, это правда, рядом с Блэком стоят. Еще и саппорты, бежит, бонус 7. Отменяется уже разгон, да, понимает, что лететь по тауру бесполезно. Там идет Pink Panda, дает Vision, ну, ставит еще и вард. Проблема, конечно, Фаты, что реально сложно стоять. Фата здесь самый, ну, пока бедный герой на карте, не дает ему фармить, постоянно пытается убить уже который раз. Но благо, Фате везет, всего лишь одна смерть. Ну, ультимейт готов, но в плане фарма, как мы видим, пустой. Даже ПТ еще не приобрел, хотя денег, в принципе, уже хватает. Ликан, 7 уровень, Ликан на 1000 золота, ну, да, Envy... Нафармил прилично по Netforce, он где-то должен в топе идти. Да, топ-1 пока что Enemy, но дальше идет и Снайпер, и Акс, и Клок. Да, там беда, что вся команда Team Tinker, по сути, находится в топе. Так, на топе, кстати, как раз таки будет столкновение. Бонус он разыграется на команду, но не самая лучшая цель. Это ж Сталкер, такой он толстый, ну невозможно его пробивать абсолютно. Дается Void. Приходит у нас Койква, Pink Panda, прожимая стики, все же выживает, но там спириты должны давать хукшот, хороший от Флоу, закрывает у нас бонус 7, Челлен Тач, бонус 7, начинает наваливать, Койква, очень больно, Койква 60 хп остается, и там Биг Дэдди приходит, ну и готов сделать второй фраг, дабл килл от Нутейла, Нутейл должен отсюда уходить, ну и Флоу погоня за Мизери, Мизери. Проблема, там, кстати, Рор дает, слушай, прям еще, файт да, на всей карте идет. Тут посмотри, они воюют абсолютно везде, но Тейл там решил просто так потратить сейчас супернову. Они действительно воюют абсолютно везде. По одному, даже без каких-либо там ауе прокастов. Да, ну, я да, понимаю, Нутейл... все просто по всей карте дерутся. Ну, Нутейл поставил супернову, дабы не погибнуть, там слишком мало было хелспоинтов, боялся. В принципе, колдаун небольшой, на базу идти лень. Все, по сути-то, и правильно. Ну да, ну в итоге-то файт за Cloud9. Убили там пару героев, потеряли Баратрума, так что вполне, и там получает у нас Нутейл целых 2 фрага, покупает себе сразу стики, становится более-менее богатым уже, для саппорта уж точно. Да, действительно, у Феникса вообще все здорово, и как бы 7-й левел имеется, тоже на 9-й минуте хороший левел для саппорта, тот же самый Мизери всего лишь на 4-й с половиной, а вот Нутейл прям, там уже скоро 8-й, наверное, будет. Что насчет Бестмастера? 9-я минута. Тоже сразу же будут появляться Некра у нас моментально. Без ПТ, без чего-либо. Ботл, Некра. Фат будет уже стараться как-то вместе с Люканом завоевывать чужие вышки, завоевывать чужие сердца. Ну, конечно, надо это делать. Ну, Envy, медальон, я думаю, тоже будет Некра. Ну, когда вы пикаете таких героев, как бы только на это надежда. Потому что все же вы будете становиться слабее с каждой минутой.
имея в противниках снайпера. Пока что 10-я минута, до сих пор все вышки у команды Team Tinker стоят. При этом, по сути, все фуловые. Они реально все фуловые, только на топе немножко прохорашено. Ну, ждем первую пачку некров, и тогда, конечно, что-то, может быть, и начнется. Пока вот Фат, опять же, страдает по шрапнельку, по кулдауну Блэк его закидывает, и, как бы, проблема для Фата создает. Там у нас, ой, сколько много стаков-то уже появляется. Энш, это хукшот. Бонус Эван нарвались, Бонус Эван пытается воевать, но это бесполезно. Разгон дал, разгон сразу же прервался. Бонус Эван погибает даже без Сенейта. Минус Спиритбрейкер, да уж. Да, да, здорово. Приняли сейчас на руне у нас брат Рума. Очередной фраг на карте. 5-6, Team Tinker, Cloud9. Все очень ровненько, действительно. Посмотрим, сможет ли Envy выфармить свое. Есть 1400, и скоро уже будет Владмерс, на самом деле. Можно потом будет как-то Рошанчика идти стараться убивать. Да, постоянно ракеткой просвечивает Clockwork. Ну, вот это, кстати, проблема. Это действительно проблема, то, что Люкан просто... будет оставаться у нас. Ой-ой-ой, немножко не хватило загрызть Вингу. Прям уже лапой замахивался с телепорта. Улетел Пайлайдай. Вот так вот. Здорово. Здорово среагировал. Быстренько, как увидел только волков, вообще сразу же прожал скролл. Ну и Акс с Вангвардом. Акс пока что без даггера. Койква. Вот для кого были эншенты. Да, и Койква сейчас свое исполнит. Ну он купил Вангард и по сути сразу же будет блиндаггер. Да, да, что... да. Очень грамотно все сделано, все стаки отдаются, опять же, на халяву, без какого-либо вижен для команды Cloud9. Ну, пока у Клаудов не все хорошо, как казалось бы, хотя по графику мне впереди, но, опять же, в далеком будущем Ликан плюс Бисмастер будут не так сильны, как Снайпер плюс Сакс. Все же есть такое, ну, ждем, ждем от Энами Владимирса, Рошану и, конечно же, Некров. Пока вышки до сих пор у команды Team Tinker стоят. Ну и Блэк у нас скоро будет, и Яша, как понимают. Так что все пока у Блэка по плану, как по сути в прошлой игре. 1000 золота появилось у Акса с этих эншентов. Действительно, очень здорово на самом деле. Можно теперь пойти в лес немножко подфармить на Блэка. Есть разгон, хорошо, и айсбластик также залетает. Очень качественный от Мизери, прям прогадал. Прогадал, куда кто у нас пойдет. Хукшот. Станчик сразу же по Фате. Блэк еще пытается сражаться, но уж, конечно, невозможно здесь драться. Суперновой нету. Ну, забегает Люкан у нас. И, в принципе, нужно отходить. О, какие отходить же там тычки даются? Еще курьер отдает у нас Люкан. Летело там для... И бота вот летел, конечно, да. Надали, да, курьера сейчас, это, по сути, потратили это все деньги. Рецепт на Некра. Там рецепт на Некра был? А. Походу. Не-не-не, там у нас ботл лежал только. Да, ботл и ботл? Перчатка. А, ботл перчатка, да? Да, да, я тоже думаю. Ну, я в итоге думал, курьера-то там... отдали, все равно деньги подарили за этого курьера, и вот этот заход, в итоге, оказался абсолютно неоправданным. Бисмастера потеряли, Бисмастер даже не результовался. Ну, вот лезет Фата постоянно под тауэр, хотя не особо много у него там здоровья, да, были, если так наковать. Ну, Некра будут скоро, конечно, это круто, но уже как бы 13 минуты должны были быть они давно. Да, Бисмастер, конечно, на мидлейне, в плане нетворса уже от Клока отстает, там и Братрум скоро его догонит. Опять сижу, вот это вот идея, ну, пока не реализовывается. Ну, разумеется, было в Фате, Братрум поехал, у нас что-то под фарм наверх. Руна, можно сказать, есть ПТ, если перчатка его, то точно есть ПТ, 500 золота сверху. Все здорово. Люкан, 2700, какой же богатый Энви. Очень много денег у Энви, 6500 в нетворсе в общем. Снайпер занимает у нас вторую позицию, есть Сенш, и скоро будет уже появляться Яша. Да, прям бойня, бойня лютейшая скоро начнется. Ну... будут ли это сразу какие-то Некра без Владимирса, я не знаю, на самом деле, что Энви нас задумал, потому что деньги не зайдут до последнего. Я думаю, не стоит, на самом деле. Все-таки Владимирс еще очень хорошая, и нужно собирать подобные артефакты. Может быть, хочет Бестмастер себе собрать там коллекцию аур с этим Владимирсом. По-моему, как Люкану поинтереснее все же. Ну да, да, Люкану, тем более Люкану фармить намного лучше. Но Энви, на Рошана идти сложно, когда там постоянно стоит Пайлайдай, есть Акс. Убить у нас Envy, форма активирует, волк съедает у нас койку, ну и вот так вынужден просто Envy убегать постоянно в форме, ну иначе никак, сложно уходить как-то иначе от преследования. Да, пока зажаты Cloud9 и Team Tinker чувствует все же карту полностью целиком, койка уже готов покупать себе блиндаггер, ну и койку топ-3 по нетворсу. Вот, у койка, да, теперь, да, есть еще и даггер, действительно, койка силен, очень силен, и койка должен сейчас его реализовывать, есть всякие инштапарейшн, есть всякие бестмастеры, которые никуда не могут уйти, если еще Ликана зацепить, то Ликан
тоже, в принципе, 1200 хп. У него много денег, но они у него в кармане, а не в артефактах. 1200 хп — это немного. Это ассасинейт и там пару раз хеликсом прокрутить рядом с волками. Вообще идеально. Ойка, смоках будет, наверное, уже прыгать у нас на фату. Решили обойти? Нет, решил отправиться Акс фармить, насколько я понимаю. Да, что-то непонятное вообще у нас сейчас койка утворяет. И отправляется Cloud9 под свою вышку. Тоже, конечно, далеко не хотят лезть. Игра, все летит. Боттл также летит у нас в фате. Так, Баратрум залетел по Блэку. Очень здорово, хорошо полетела из Бластик. Пэлэдай, как же больно. Койку старается тоже пробивать через два ультимейта. Фата. Фата в огромных сейчас неприятностях. Там еще и крипы его зажали. 2 в 1. Бон Севен полетел дальше. Как же сильно Блэка нужно убить быстрее. Ну, Тейл здесь сжег прям лицо огнем Блэку. Но он, наверное, сам уже тоже отсюда не уйдет у нас. Прибежал Люкан. Люкан грызет сейчас Флоу у нас, причем довольно серьезно. Здесь Бон Севен. Решили развернуться оба и убежать. Просто убежать. Хорошая драка. Тавр тоже можно бить. Ну, там очень круто сыграл Ноутейл. Он прыгнул с блинка, поставил свою супернову, которую абсолютно никто не бил. Супернова раскастовалась, дала вот этот микростан самый. Так что Ноутейл свою жизнь отдал не зря. Ну да, вполне неплохо. Но опять же, поздно Энви прибежал уже, остался он без возможности кого-либо убить. Так что даже это была, по сути, война 5 в 4. И все равно Cloud9 при этом повоевали вполне грамотные неплохо. Грамотные действия просто. Постоянно грамотные действия. Это Майс Бластик, Братрум своими Незер Страйками. Там, ты видел, как вообще моментально стерло просто Акс. Акс попал под Айс Бласт, Незер Страйк и Праймал Рор второго уровня. Все, там уже не осталось ничего от Акса абсолютно. Ну и решили даже Блэка там дожать до победного. Здорово, здорово играют С9. Действительно, очень слаженно. Ну и, кстати, до сих пор по графикам-то ведут, хоть немного, там около 2000 по золоту, около 1000 по экспириенсу. Ну, даже без пуша пока, за счет просто, опять же, своей слаженной игры, выглядит очень-очень солидно. Флоу у нас в инвизе бегает, и можно найти Нотейла. Ну, Нотейла попробую убить, там и Карус, там и Блинк. Но дать вижен хороший. Флоу врывается хукшотом на Энви. Есть минус армор, дается ассасинейт, ну и почти ушел. Немножко не хватило совсем. Брайс у нас Нутейл, Нутейл ловит батарейки, осталось, там и погибает. Секунда осталось, действительно секунда осталась до суперновы. Решил он на Икарус дайве просто прилететь, прохарасить всех и улететь обратно. Но зацепил, зацепил его там все-таки Клакверк. Вот, минус 2, Тим Тинкер-то не хотят отдавать никакое вообще абсолютно преимущество. Графики в 0, экспириенс в 0. И тир 1 вышку сейчас сломает нас ТТ. Айсбласт, хороший айсбласт, попадает по Пайлайдай. Там волки должны сейчас, конечно, его сгрызать. Сразу же пинг-панду тоже очень сильно, бомб. Сев у нас бьет, здесь Койква ворвался, очень потрясающе ворвался. Убить, моментально убили, Пинг Панда. Решил хотя бы Саленс накинуть для миссов. Надеялся там на какие-то миссы сейчас еще от Фаты. Ой-ой-ой-ой, какие же у нас лютейшие просто драки здесь происходят. Ну а Дефили главное, что вышку еще и убили. И Сталкер Ревенгуд, по сути, двух саппортов. Так что, да, Дефили прямо с разгромом, скажем так. По итогам боя получили там немало экспы. Нормально так денег, 400 золота. Ну и на топ уже выходит у нас Энви. Энви почти готова. Первая пачка некров. Ну и понимаешь, что на Рошана заходить сложно. Там постоянно видно, там ракетки, там иллюзии стоят. Но забить на Рошана просто пушить наконец-то вора. Да, вот уже вторая некра появляется. У Бисмастера просто пушит. Там телепорт, сразу Энви форму принимает, ну и убегать. Энви зачем-то остается, ловит стан до конца на Паладай. Пытается Паладай убить, хукшот дается. Ну и Энви убегает, там волки спасают жизнь попросту Энви. Энви уходит, либо нет, там разгон. Шот вообще, по-моему, в пинг-панду. Да ладно, он еще сейчас вышку должен будет здесь забирать. Флоу также толкнул Бон Севен. Старается там хоть как-то его пробивать. Незер Страйк через 5 секунд. И Флоу уходит. Флоу уходит, конечно. Не стали бежать дальше. Было бы слишком опасно. Там и Блэк уже прилетел. Птицы это все дело у нас тоже прочекали. Что делает аппарат? Мизери. Вот так вот. И Мизери уходит. Хорошо, здесь есть рядом тиммейты. Ничего страшного. Сломали Пайлайдай, сломали вышку. Здорово, и должно С9 просто отходить сейчас из этого пекла. А появится ли даггер у Бестмастера? Вот что интересно, там уже вторые некра, скоро будут третьи. Ну, как я думаю, появится третья, может быть, появится, пока спешить некуда. Но вот они, первые некра еще у Ликана. Очень, конечно, круто смотрится кладами. Именно в плане скилла мы видим, что тинкеров все же переигрывают. Вот эти качественные врывы, все делается по кулдауну, там все способности кастуются. Ну, 12-12... Особо здесь, конечно, не переигрывают. Также там и койка вырывается. Хукшот на фату, хорошо. Ну и, собственно, ну, фата. Вот.
Рор, ну понятно, что такой Рор скорее прощальный, хотя прилетает Нутейл, Супернова ставится, но кто поможет, а Нутейл, Нутейл абсолютно никто не помогает, Нутейл погибает также, Пинг Панда там под айсбластом, Некры пытается сгрызть, плюс Тауэр, но Пинг Панда должен погибать, да, погибает Пинг Панда, койка поздновато уже до лагер, ну это 2 в 2, это у нас Феникс Писмастер, Сталкер Клок, ну в целом ровный размен, на мидлейне стоит один Мизери, ну и Энви, где твой Некра, но ждет, видимо, сразу хочет купить себе вторую пачку. Не спешит. Да, есть у него уже вторая Некра. И решил притащить себя. Я думаю, то, что можно даже и третьих, наверное, уже дождаться слишком быстро. Он выфармливает все это дело. Ну что же, такие прям равнозначные у нас размены. 14-14. Опять же, по счету все слишком ровно. Не будем забывать, то, что только первая карта. И только 20 минут у нас прошло. Ой-ой-ой, как же люто здесь все дерутся. Ну и вот сейчас будет должен еще... Должен сейчас идти Люкан вышку грызть. Там уже как бы две пачки некров, одна уже третья. И главное, что у бонус Эвен еще будет Лотар. Тоже, кстати, очень забавно. Будет бегать в разгоне в этом инвизе, врываться с ниоткуда. И это задача для Team Tinker — покупать побольше сентрей. Надо очень много сентрей брать, иначе... Ну, бонус Эвен всегда будет вырываться незаметно. Там сразу же айсбласт будет лететь, прыгать тот же Фата, когда купит Блинкдаггер. Там вариантов просто уйма. Ну и Нутейл, Огр Клаб, такой Нутейл вообще боевой, с Огр Клабом, с Блинкдаггером, летает, постоянно воюет. Тут вот задача, кстати, тоже для Феникса очень большая, в плане файта, всегда поставить Супернову в центр событий, чтобы там и снайпер как-то зациклился на эту Супернову, чтобы так спид замедлить всего понемножку. Есть у снайпера, кстати, Мом, есть Энжьяш, есть Аквила, ну и Некры как бы готовы, надо идти сейчас Клауд Найн, навязывать файт и постараться этот файт использовать полностью, так сказать, в свои руки, имея еще дабл дэмэдж у Envy. Да, вот они смоки, и пойдут ли на Рошана? Наверное, да. Лотар еще появляется у нас у Баратрума. Ну и выход действительно на Рошана. Ну, нужно поаккуратнее. Да, там опасно. Конечно, нужно себя чувствовать на Рошане. Прочекали сейчас, кто там подходит. Вот они, волки. Увидели, что есть рядом Макс. Разгон так. Пошел на пинг-панду. Уверен ли в себе Бон Севен? Вот в чем. Хотя да, здесь, конечно, вся команда еще и по флоу попали. Ой, Супернова отлично какая ставится здесь. Супернова взрываться должна. Флоу пошел. Энви в форме. Блэка здесь застанили. Свап дается, но смысла абсолютно нет. Ты там стоял просто Блэк под своей Mask of Madness. Агр хороший от койку. Койку как же там крутится больно. Все же койка погибает. Это минус 4 размена одного лишь Баратрума. Что творят эти Cloud9? Так казалось, много юнитов, и должен был то Макс просто всех убивать, но дэмэджа немножко не хватило, ну и снова Нутейл, снова у нас Нутейл, плюс как раз таки Баратрум, да, очень здорово, клево. Здорово, сломали тауэр, там с дэмэджем действительно Ликан слишком уж больно нагрызает, 300 дэмэджа практически у него там имеется, и заходит на хайграунд, конечно, за 10 секунд сейчас просто спилит вышку, вместо Рошана сломать 2 таура и причем переубивать всю чужую команду, очень-очень круто, и Нутейл здесь еще и подхиливает вдобавок Санрей. Да, падает, хорошо, хукшот, флоу, прилетел, двух героев закрыл, отлично, айсбластик, здорово. Пробивает Пинг Панда, абсолютно ничего не сделал. Ну и, конечно, умрут. Умрут здесь С9, всем остальным нужно просто бежать. Феникс, как же размансил этот Ноутейл. Упрыгивать в кусты, делать телепорт. Больше у него задач нету. Люкан, навряд ли, все-таки тоже у нас идет. И Энви. Ну там трипл-килл просто, да, с байбека делается. У нас тут бонус Эван все время тоже должен погибать. Бонус Эван. Это минус 4, это на развороте просто с байбека. Снайпер получает уйма денег, 1200 золота. Да, слушай, немножко бы раньше ушли, чуть-чуть бы раньше пошли, начали бить просто рыжевого барак, начали бить, но это слишком, называется, жадность была, команда Cloud9 большая, в итоге Рошана еще так же дают, но вот, казалось бы, да, для Cloud9 полностью игры на файт, а на деле же не тут-то было, вот, моментальный камбэк, ну и Феникс, вроде как, Нутейл готов рваться на этого самого Рошана, вот, по-моему, готов прыгать туда, есть Блинк, есть Икарус. Знаю, Нутейл он может. Один, да, действительно, он один, и не стоит так делать. А там айсбас прилетит очень вовремя, как раз таки Рошан останется примерно пол хп. Находит у нас Нутейла, Нутейл успеет ли улететь, улетает, он там уже летит. Как раз таки Ассинейт, да. Минус Нутейл, ну и конечно сейчас Рошан за Team Tinker. Продали Рошана за... Ей-ей-ей, забирает себе Блэк. Блэк 9-3-3, очень серьезный, прям этот снайпер с этой шапкой белого волка. Вот если бы там еще шапка Люкана была, было бы вообще отлично.
Ну да, ну опять же, снайпер еще игры не проигрывал на Старладере на ланах, так что кто знает, будет ли это проигрыш или нет. Но без мастера появляется Блинкдаггер. Мы видели, что если Бист фокусит Блэка, и там Блэк стоит под Mask of Madness, не имея Блэкенбара при этом, то Блэк там развивает, просто умирает в секунды. Там его разбирают на да, части. Да, действительно, очень, тем более, если еще будет Мом, так это ж вообще беда. Край и все остальное. Очень много, конечно, урона вносят. Так, ну и пошли по мидлейну. Есть шрапнелька. Очень, кстати, серьезно все отпушивают. Аж волков с кабаном отвели также в основном. Потому что Блэк за секунду брал весь этот пакован, наступающий на вышку. 25-я минута. Я бы не сказал то, что вообще здесь хоть что-то сейчас понятно. Да, тут непонятно действительно, кто выиграет. Ну и снова смоук. Вылазка от команды Cloud9. Есть для этого все. Форма от Envy. Ну, Тейл прыгает, ну, Тейл, Блэка запокусили, отлично! Блэка, ты посмотри, как много дэмэджа, Супернова тоже очень качественная, Койква погибнет моментально, Пайлайдай тоже отсюда не уйдет. Здорово, здорово. И Блэка Аегис можно выбивать, Блэк. Можно. Блэк пытается уйти, шрафнелику, какой же там дэмэдж от Энви огромный, хороший коги от Флоу, ну, Флоу здесь абсолютно один. Ну, Тейл все же погибает, ну и один Флоу. 4 в 1, 4 в 1, да, там еще Эйк вы сбили и убили 4 героев. Здорово, погоня за Клакверком. Теперь то же самое будет, нужно идти минус тир 2, минус тир 1 и минус тир 3. Да-да-да. Именно, только сейчас у снайпера нет байбека. Надо идти, конечно, не крыть, там, конечно, исчезнут, но и так дэмэджа хватает с руки. Просто бить. Да, там столько сумонов у команды Cloud9, они все бьют. Ну и как же фокусят круто Блэка, который раз уже Блэк там умирает просто в секунды. И как Нутейл ставит ультимейт свой, просто во всех абсолютно. Ну вот Нутейл, при этом ставит ультимейт так, что яйцо это бить, но никак не могут. Там пытался Акс фокусить, потом понял, что это бесполезно, что никто больше это яйцо не фокусит. Ну это снова минус 2 тауэра, опять же, это... Деньги, ну и минус 2 таура, минус 4 героя с Егисом. Да, все очень серьезно сейчас для C9, и график по золоту взлетел прям стрелой наверх. В экспириенсе, в принципе, тоже, но в экспириенсе не такая уж огромная, а вот по деньгам уже в районе 8000, и это серьезно. Ну вот она страта, Cloud9 работает. Если сейчас ребята еще раз зайдут, и уже на этот раз будут ломаться не товара, а бараки, то для команды Тинькира это может стать очень критично. Ну. Надо снайперу Блэкенбар, понимает это Блэк прекрасно, уже есть Митрил Хаммер, но будет БКБ, но опять же, есть Рор, который через БКБ проходит, и вот уже Рор будет как бы 4-секундным станом, 4 секунды просто стан, да, и там тот же Ликан грызет очень больно, там тот же, в принципе, Баратрум уже бьет больно, плюс Башики, находится да, времени у нас. Нашли здесь Ноутейла, зафармил. Что-то с ним совсем грязное произошло, с этим Ноутейлом, Баратрум, а зачем ты сюда поехал? Ап, отлично, Пайлайдай, и просто кастую телепорт. Вот так вот. Не дал вообще возможности никого цепануть сейчас из своих тиммейтов. Моментально свапнул, сам улетел с телепорта. Здорово, здорово сыграл. Но можно было там и остаться, на самом деле, если бы Незерстрайком попробовал бы там зацепить Баратрум. На койку там разгон, есть рядом Фата, Фата с блинком, Фата, Рор пошел, Никры активируется, прилетает бонус 7, Незерстрайк по койке, ну и койку вроде как, кажется, как бы Акс. Убивает вот самого этого Некра, ну и... Да, именно, он остается без маны, и 600 крутится с этим красным Некром. И... Энви, очень Энви больно. За пинг панды, Энви один против всех, по сути, Ассенейт ловит, ну и, скорее всего, должен погибать, хотя... 100 хп, тычка Тавара, и 100 хп остается, убегает. Пошел просто до конца, один против четверых, ну так делать нельзя, кстати, могут полететь ракетки. От Клока полетели ракетки, ну... Айсбласт, пинг-панду, и пинг-панду умрет или нет, там вопрос. Умрет, да-да-да-да, должен, конечно. Просто побежал куда-то в панике. Что мне делать, что мне делать? Без разницы уже. Вот так вот. Здорово, здорово, хотя бы убили здесь действительно этого Баланара, за которым долго бегал Энви. И практически есть Кираса, есть Гиперстоун, есть Плейтмейл, осталось цепь себе только прикупить с Чинмейлом. И там тревела уже появились у этого бестмастера. Бестмастеру нужен рефрешер. И будет все просто великолепно. Два промелрона, никаких не аганимов, а именно рефрешер. Вот Фата, конечно. Фата так все было плохо изначально, а теперь он уже нафармил реально очень много артефактов. Он уже третий по нетворсу. Он перегнал даже Акса, но там готов выходить. Хукшот не точно по Фате не попадает. Здесь Флоу, да, Флоу что-то в этой игре не совсем ладится все. В прошлых играх за Никс Ассасина было намного лучше как-то. Ну, возможно, устали ребята. Реально играют очень много игр. Это комментировать-то, наверное, попроще, нежели играть. Ладно, тем временем нас тут так, подцепили Пайлайдая. Ну, еба. И очередной фраг. Очередной фраг, конечно, грамотно прилетел на свою птицу. Прям такая высадка, десант в лице Фаты на птицу прилетает.
бежать, всех убивать быстренько. Ну и что же, довольно неплохо, действительно довольно неплохо сейчас сыгрались, опять же. И, может быть, стоит идти тир 2 сверху ломать, не внешний тауэр для Team Tinker. Ну, конечно, дабы потом перейти из мидл на топа. Это самое верное решение будет. Бля, уже и по графикам все же команда Cloud9 уже становится лидером. Уже может с уверенностью это говорить. Да, там слишком много денег, 12 тысяч. Опять же, это из-за вышек, очень много из-за вышек. Потому что все, на все стоит, а здесь сломано 6, и вот это уже 7-я вышка для Team Tinker. Ну и... Да, вышка будет падать. Team Tinker ничего пока сделать не могут. Вроде у снайперов артефакт в лице Блэка, но походу Блэк готов сливать первую партию за снайпера на Старладере в ванах 12 сезона. За барак спрячется и просто будет отстреливать там животных из-под бараков. Видишь, у него шапка прям модная. Он действительно был уверен, что снайпер будет против Люкана. Прям специально даже эту шапку одел волчью. Ну и пока что, конечно, с обороной хайграунда. Смотри, какой интересный врыв у нас. Врыв на пикпан, снова Эрви. Откуда-то оказывается дабл дэмэдж. Минус у нас на сталкер. Койку также находит. Прописывает там. Он действительно где-то прописывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же больно там Койкве. Ну Тейл еще есть ультимейт. Отлично врывается, но Тейл там пытается Блэк это яйцо вкусить. Вкусит его неплохо. Минус, но Тейл. Энви уже без формы, да, но Тейл прыгнул один без поддержки своей команды и отправился отдыхать. Это было зря, это действительно да, было зря. Что касается Энви, он там где-то, наверное, пока все отворачиваются, он консоль открывает и прописывает эти дабл дэмэджи себе. Серьезно, ну они постоянно, эти ДД у этого Ликана 2 в 1. 2 в 1, Акс с Плэтмейлом, с Вангвардом. Это не чувствуется слишком много урона у Cloud9. Абсолютно без разницы. БКБ, Вангвард, Плэтмейл. Чтобы тебя там не было, ты умрешь. Улетает бонус 7. Пытались это вкусить снова. Флоу не попадает хукшотом уже который раз. Да, что-то у Флоу игра вообще не ладится. Пытается уже собрать себе аганим, дабы попадать можно было. Точнее, не попадать почаще с маленьким кулдауном. Даршан появится. Узнаем, когда скоро совсем. Да, да, действительно. Ну и узнаем Фата. Именно что. Ну и Фата, слушай, тебя послушал-то. Персеверанс. И вариантов-то немного. Именно нужен рефрешер. Ты представляешь просто, что это? Это снайпер, он не ощущается абсолютно. Есть он, нету его там, без разницы. Он находится на одном месте, вот стоит и смотрит. Можно Блэку просто прям мышку кинуть и сидеть тоже наблюдать. Ничего не изменится абсолютно. Два Primal Roar'а. Нужно собирать... Team Tinker, я не понимаю, сейчас Линкин сферы какие-то планаром, там, венгом или что. Что других вариантов нету. У Блэка есть 10-секундная БКБ. 10-секундная БКБ, а там 8-секундный стан будет. Да там и 4 секунд на самом деле хватит, чтобы Блэка убить. Так подумать, там Блэка просто фокусить, дэмэджа хватает. Ну и Ликан уже из керасы, Энви, 2500 еще и сверху имеется. Разгон пошел у нас от бонус 7. Разгон на Блэка. Блэк, ну там поддержка саппорта, ведь Блэк понимает, что... Точнее, бонус 7 понимает, что бесполезно туда лезть одному. Ракетка, бонус 7, будет ли врыв, хукшот хороший, вот раз попадает. Флоу наконец-таки, ну и БКБ. До конца бонус 7 воюет, ловит агр, бонус 7, все же здесь не жилец, да. Один против пятерых, но шансов было крайне мало. Да, конечно, сейчас немножечко Бланар здесь... Ой, Бланар, Братрум немножко подфидел верхнюю линию пока что Фата. Как-то постарался пропушить, есть, в принципе, Некра, будет ли заводить Некров. Фидить Некрами ему не хочется. Поэтому просто стоит, ничего не делает, подождал здесь пока что Энви. И может быть вот всей своей командой с Некрами... Нет, ребята никуда не отправятся. Решили отойти назад. Ну, на самом деле, правильно, потому что два саппорта не пойми где. Чужих игроков вообще абсолютно не видно. Вот сейчас они только появились на карте. Ну, и еще у C9 грамотный вижен, на самом деле, стоит в чужом лесу. То есть на топе можно развлекаться абсолютно любому герою. Ну и ждем. И главное вовремя отойти. Там как бы Рошана, возможно, просто ожидают ребята. Там уже и птицы летают, и ракетки залетают. Да, так. Взять Аегис для того же Ликана. Это был бы самый лучший вариант. Заменить тот же топорик. Да, будешь спокойно заходить. Знаю, что у тебя есть две попытки целых. Ну и будут ждать. И, в принципе, готовы здесь Cloud9 воевать без проблем. Опять же, сумонов много. Рор от Фаты.
Ну и давай в графике мы взглянем. По графикам то там уже беда. Около 15 тысяч, и по золоту около 9 по экспириенсу и смоук. Смоук, который раз смоук я вижу, и там всегда было все удачно. Но Тейл вперед идет, самый первый. Они могут даже на тир 3 прыгать, прямо туда. Я на самом деле не сомневаюсь. Да, ребята отошли под бараки, все-таки они увидели этот смоук и Тим Тинкер. А им все равно. Хорошо прыгнули, как же здорово. Опять же всех начинают пробивать. Айсбласт, правда, ни по кому не попадет. Хотя нет, зацепил у нас Койква. Койква будет мертвый. Койква, отлично, в таверне. Пинг-панду просто гонят сейчас под фантом. Фонтан отстреливается Блэк там с хайграунда, минус один некрономикон, второго просто ассасинейтами сейчас собьет здесь Блэк. Ну и что же, минус Акс, минус Винга. Без Акса, конечно, драка будет не такая уж хорошая. Ну, Тейл, главное отойти подальше. Ночь или пошла, пинг-панда, ну, пытается что-то делать, да, вроде как ребят отгоняют. Как вариант, можно просто сейчас пойти на Рошана, я думаю, бонус Эван... может так и сделать с командой, потому что, ну реально, сейчас заходить будет сложно, а зайти на Рошана там уже без Акса, без Винги не полезут. Просто он побежал просто на ботом, либо врываться изначально на ботом, там как-никак голые бараки, вот их забрать было бы само то. Только как бы героев-то убили, равно, а ничего не забрали хорошо, из бараков. Ну как не забрали? Забрали, можно сказать, вышку, там 400 хп у нее осталось. 1/4 хп действительно у Таура. Слишком уж проблемно будет эту вышку в следующий раз защищать. Ее просто два волка там сгрызут с пачкой некров, допустим. Так что неплохо. Опять же, ничего не потеряли абсолютно. C9 график восстановили свой там под 15 тысяч. И Рошан, кстати, есть. И Рошана видит Тим Тинкер. Также, конечно, Cloud9 тоже понимает, что Рошан готов. Да, вот он Рошан самый, прилетает сюда птица, все контролит, разгоняется у нас бонус 7, айсбласт не точный, но надо разворачиваться сразу же. Бонус 7, там айсбласт с аганимом, уже 16 уровень у нас у Мизери, то есть бьет он очень ой, больно. Ой-ой-ой, как же сильно! Видите, 16 левел и аганим, это самое вообще, по-моему, противное в дочке. Там если попадет, то все, это реально будет такая беда. Там Мизери может убивать саппортов только так. Ну и готово. Готово, Тим Тинкер. Есть у нас Блэк, есть Флоу. От них очень лучше. Ну и отлично, хукшот. Врывается Энви. Энви. Проблему Энви. Надо как-то здесь просто ставить подальше. Энви в итоге стоит. Умирает Энви. Отдает свой стрик. Супернова неудачная также. Минус Супернова. Койква. Крами также воюют. Ну и, собственно, это минус 2. Да, очень неудачный выход. В итоге здесь как-то вдвоем только оказались. Cloud9. Рор. Цепили пинг-панду. Ну, хотя бы так убрать пинг-панду. И то не получается убить Найсталкера. Байбек от Ликана. Койку остается без маны. Облетает бонус 7. Айсбласт. Не самый лучший. Никого не попадает. Койку на лоу хп. Ликан. Надо бежать. Бежит сюда в форме. Поскорее. Помогать своей команде. Блэк наваливает очень больно по Фате, минус Фата. Ликан уже всю форму свою потратил, пока просто отсюда добежал, на самом-то деле, минус. Да и стоит на самом деле разворачиваться сейчас, Ликан действительно уходить назад не попал, просто флоу хукшотом, если бы попал, еще это был бы минус и Энви. Вот так вот отвоевали, действительно, Тим Тинкер этого Рошана, потрясающая драка, еще и Ликан байбекнулся, минус 1200 золота. Прям, я думаю, график сейчас 1000 на 4 опустится вниз. Да, и Аганим появляется у Клока. Ну и главное, что от Рошана, в принципе, может сами попробовать зайти. Как бы нету Бисмастера, нету Баратрума. Блэк там этого Рошана убьет очень быстро. Но айсбласты были все почти неточные. Если бы айсбласты попадали, было бы намного лучше. Но вот просто не везет здесь Мизери. Как бы купил Аганим, а... По Мизери говорю. А толку как бы реально нет. Что есть Аганим, что нет. Ну и вот он Блэк везет себе, как мне уже, Баттерфляй. 2200 сверху, и я Игис. Также будет у него в кармане. Да, силен, силен снайпер. И здоровья довольно-таки много. И сейчас еще скорость атаки здесь появилась. Его вообще все очень круто. Очень круто все у Блэка. Да, ну и графики. Графики, конечно, упали наполовину ровно. Там 7500 сейчас осталось у Cloud9. Ну и, разумеется, Акс со снайпером становится с каждой секунды все сильнее и сильнее. Ну надо идти просто Cloud9 пушить, надо забирать все-таки бараки там на ботом как-то. Ну теперь все сложнее и сложнее делать файты. Там, кстати, Фата один, к Фате выезжают, пошли ракетки, птица. Хукшот в эту птицу как раз таки попадает. Ну и Некра, там же хукшот, а Cloud9 очень маленький. Сейчас на самом деле все это сделал. Сайленс, айсбласт залетает, айсбласт опять же не совсем, вообще никуда он залетел, по сути. Фата сайленс, заканчивается, хукшот, флоу пытается уйти, флоу, то почти без маны. Там уже вся команда абсолютно здесь... Ну, Тейл пошел ставить супернову, хороший, плетает бонус Эн, флоу подцепил, Незер Страйк, минус флоу.
Но всего лишь минус флоу. Там Мизери пытается догнать, ставит Фортекс. Некры вместе с Лучканом тут бегают. Очень весело. Да, и сейчас Team Tinker на самом деле ошибаются. Действительно ошибаются, то что вот такая вот погоня была от них неудачная. Минус два героя, Блэк развернулся, стреляет, причем довольно неплохо. Но Тейл улетает вниз, и все, и конец. И действительно конец, больше нам смотреть сейчас нечего. У Блэка есть Аегис, на хайграунд ребята не пойдут. Будут терпеть. Ну и что же, Фат отлично отыграл, поставил птицу прям ровно в ту сторону, откуда прилетела ракета. И, естественно, Клокверк хукнуться в самого Бестмастера не смог. Есть рефрешер у Фаты, два Праймал Рора. Очень много контроля. Сейчас у С9. Нужно этот контроль грамотно использовать. Действительно, в одного, во второго. Особо не жалеть. Нужно просто переждать. Переждать Аегис. Вот вопрос, что же будет у Envy? Есть ультимативная арба. Вариантов как бы не особо-то и много. Тут вопрос. Вариантов достаточно, на самом деле. Ну, хотя, да, вариантов так себе. Ну, то есть я не думаю, что это будет Линкин Сфера, остается либо Манта. Тот ли это, действительно, это будет, наверное, Хекс, но тот ли это вариант? Ну, вопрос. Просто полезный ли это артефакт сейчас ему? Может быть, стоило Эбисел собрать или что-то в этом роде? Может, Башер? Ну, Эбисел всегда очень хорошее решение. Ты БКБ пробиваешь, ты получаешь очень много дэмэджа, что клево. Что вот нужен дэмэдж все же Эрми побольше. Либо уже какую-то Тараску купить тоже, как вариант, дабы там по хелспоинтам не проседать. Ладно, команда у нас Cloud9. Втроем на мидлейне, надо смоки где-то найти, в смоках попробовать куда-то вылезти. Ну, пойду по топу, да, там стоит у нас тавер на 50 хелспоинтов. Его пора уже забрать, он уже как бы и денайбл давно. Надо идти, у вас есть две пачки некров, у вас есть рефрешер, у вас есть, по сути, творора. Ну и некра можно будет еще, опять же, создать по-новому, если понадобятся они. Ну и Фата пока что один ждет. Ждет хоть кого-то, но Тейл и Бонсеван с этим не согласны. Ну ждут, наверное, пока Аегис пропадет попросту. Аегис еще будет 2 минуты лезть на Блэка, который будет 2 раза жить, но это бесполезно. Какое же терпильство от Team Tinker сейчас. Ну и действительно, нужно терпеть. Нужно терпеть, потому что снайпер становится все сильнее и сильнее. И Люкана-то этот снайпер убивает. Есть Винга, которая ему в этом помогает. Есть Акс, который также не дает возможности дойти до этого снайпера. Если, конечно, Cloud9 там залетают вместе с Баратрумом и Бестмастером, с Primal Roar'ом, особо всех... Поймаешь, Бон 7 выдвинулся, хорошо, в Блэка ворвался сейчас потрясающе, сразу же Незер Страйк, очень много урона по Блэку, влетает еще Эйс Бласт, Блэк, как же больно. Минус Аегис моментально, убили также Баланара, никто пока что из С9 не умер, койку стерло, вообще в порох, сразу же свап, еще разочек по Блэку, нужно покричать на него, да и хватило одного даже раза. Минус 4, два байбека, начинает ломать хайграунд, Флоу не знает, что делать, есть хукшот, нужно выбрать грамотную позицию, чтобы ворваться в героев, вышка моментально упала, Блэк, мало здоровья, Фата может снова прыгать. Там и некры еще, опять же, появляется еще одна пачка, вот она активируется, ну и пошли некры бить. Падает мид, хукшот, хорошо, ну и надо орать Фати. Фата ждет до последнего, не может пока что проезжать Рор, отхил от Биг Дэдди, но все же Рор дает до последней секунду, Флоу на стане стоит, врывается Биг Дэдди, полетал, Флоу спиритами подцепил, там волки грызут, хукшот не точно, от Флоу не попадает по своему же тиммейту, Флоу себе закрыл, Флоу выживает, но это минус снайпер без байбека, Акс без байбека. Бывает без таха, это без мастера, надо делать байбек, просто сюда лететь. Просто лететь и падает. Вторая сторона на ботами, голые бараки. Надо лететь без ту просто на ботом, и там голые бараки стоят. Ну это просто ГГ. Да. Здорово. Очень Cloud9 сейчас потрясающе сыграли. Вот эта вот последняя драка все решила. Очень здорово. Очень много грамотного контроля от Фаты. В одного крикнул, там немножечко побегал, некра. Да и вообще, как бы Фата всю игру показывал себя с хорошей стороны, даже то, что у него в мидлейне не получалось. Потом у него все действительно как-то было здорово. 1-0, Cloud9. Есть еще возможности, разумеется, у Team Tinker. Также они проигрывали прошлое свое сражение в полуфинале лузеров. И также проигрывали 1-0. И все-таки 2-1 его выиграли. Так что не все потеряно пока. Ну и вот у нас небольшая пауза, я думаю, 5 минуток, может 10, отдохнем, ну и ждет нас вторая карта этой игры. Пока что отдохнем.